Кормежка 8 и в 5. Туалет строго дважды в день. Повысили голос – разряд. Коснулись стекла – разряд. Шаг влево, вправо, попадете ко мне. Прошу, сделайте шаг. Как ощущение? Вложить столько труда, столько времени. И потерпеть поражение. Причем сокрушительное. Разве? Так, концепт. Ясно. Доработаем. Скажешь, что надо. Амортизация там, плавность хода. Подстаканник. Кондиционер бы, кстати, не помешал в районе. Ты! О. Дай руку. Нет, помогу я сам, встать. Погоди. Итого 138. 138 боевых вылетов. Нехило повоевал за эти годы. И каждый раз мог не вернуться, но проносило. Потому что знал, за что воюю. Так же и с договором. Подписал, потому что так было правильно. И да, обидно, что все так... так вышло. Только это ничего не меняет. Наверное. Как ты? Нормально. Кто здесь Тони Карк? Здесь. Вот он, Тони Карк. Он самый и есть. Спасибо большое. Теперь только так тебя и буду звать. Столик, пожалуйста, для мистера Карка. Вернее, насест. Тони, рад, что ты снова на базе. Не хотелось бы думать, что ты ищешь пятый угол в особняке. Всем нам нужна семья. Для тебя это мстители. Возможно, больше, чем для меня. Я-то с 18 сам по себе... нигде не мог вписаться, стать своим, даже в армии. Я скорее верю в людей, индивидуумов. И рад признать, по большей части, они меня не разочаровали. А значит, и я не вправе их подвести. Замки можно сменить, но стоит ли? Знаю, что причинил тебе боль. Наверное, думал, что умалчивая о твоих родителях, поступаю милосердно, но... теперь понимаю, что щадил себя самого. Прости. Надеюсь, что однажды ты поймешь. И жаль, что с договором не срослось. Правда, жаль. Знаю, ты делаешь то, что должно. Мы все должны делать, что должно. Насколько это возможно. Звонит госсекретарь Росс. Взлом охранной системы тюрьмы. Да, соедини. Тони, у нас проблемы. Минутку. Не вздумайте. Как бы все ни сложилось, даю слово. Если будем нужны, если буду нужен. Я приду.